Иди переодевайся, лицо он ломать хотел. Как ты дошел вообще до сюда? Зомби стороной уходи. Да-да-да. Точно. Уля, шо ща будет? Ты на голову хочешь еще лет гелик или че? Кстати, вот на голову еще будет эффект, если ты оденешь этот куст. Ну-ка подожди. Господи, что я такое? Это называется... Руслан на выпускной вернулась вот это вот. Пошел пристрелим просто. Неудавшийся эксперимент, блядь. За инкоты и начали гоняться какие-то странные стрим-снайперы. То есть не совсем стрим-снайперы, а какие-то очень интересные люди, которые находили его в любой точке на карте. Будь то в лесу или в городе, они всегда знали, где он, и приходили, убивали именно его. Да, там, понимаешь, там идет дерево, и... Кто? Где? Где? На горке сейчас выстрел был. Глушенный. О, теперь слышу. Воу, это не глушенный теперь. Слышу. Это ментовка где-то. Это за... Скорее за контейнерами. Я на железке. Да, за да. контейнерами выше, где гаражи. Давай. Возможно, по мне. Мне показалось, где-то в районе ментовки. Это за либо ментовки, магазина. Где гаражи. Ближе. Помнишь, как мы приходили месить те, кто месил админов давно, 2 недели назад? Вот на этом месте, как мы заходили в город. Сейчас вот. То есть вот как вы идете к церкви, за церковью. Окей, погнали. Ну, точнее, погнал. У него глушитель сломался. Да-да. А если есть глушитель, значит чел нормальный должен быть. Что-то самозарядное стреляло. Факт, такие звуки непонятные. Бывает, заливают с автомата, а слышно только один выстрел, но ну очень да, громкий. Кстати, вот мы вчера ехали, пули пролетали как из автомата, а выстрелы ну, типа одиночные слышны. Так, а пули хотя бы рядом у тебя падали? О, скорее всего, да. Я слышал щелчки, и, возможно, когда я зомби бил, у него пуля пролетела. Что-то такое было. Я у газетного киоска, как в прошлый раз, здесь они убили, убили у гаражей. Позицию, а, ты, которую я тебе ты показывал. Ты туда убежал? Я тут думал. Да! Откуда? Оттуда же? Яблони. Понял. Понял. Три человека! Яблони. Я бегу, бегу. Да-да-да. Конечно. Я прям рядом вот с этим яблоком. Через лесопилку, через цинк пойду, наверное. Блин, тут они, конечно, где угодно могут быть. Ага. На киоске, да, он был, он говорил. Я был у киоска, они были все втроем у под яблонями. Центр яблони. Я понял. Я сейчас в яблонях. Тут никого. Который я тебе показывал, знаешь, какую позицию. Прям в упор киоск. Я с гаражи с моих увижу, на которые запрыгивал. Да. Если они пойдут ко мне туда. Но там по таймингам они уже должны быть. Так, вижу. Со стороны военки. Со стороны военки подходит к этому киоску один из них. Там же киоск. Там черный такой гараж есть.
Вижу, вижу двоих. Опа, они меня видят. Одному дал. Ты по ним, да, начал? Так, один в яблонях. Хит. Попал. Убил. Хорош. Там же дальше. Живи, живи. Подхожу. Нормально, нормально. Один в гаражи зашел. Самый ближний ко мне гараж. От тебя самый дальний. Закрылся в нем. Ты одного убил, да? Да, по-моему, убил. Он, по-моему, упал. Я видел точно троих. Я проверил. Да-да-да, трое. Убил одно. Хорош. Еще один где-то. Либо я убил его сразу. Не потому факт, что смотри, я дал по типу. Бомби на тебя побежали. Понял. Он сейчас даст инфу по мне. Ты сам где находишься? Деревянный. Смотри на деревянный гараж. Он где-то там только может быть. С черной крышей который? Да, да, да. Весь черный такой деревянный. Вряд ли он куда-то оттуда успел прям мансануть быстро. Он вот здесь на поле был, на футболе. Подходи там быстрее. Удалось. Но, видимо, нет. Нет. Скорее всего, тогда да, на дороге, потому что как бы я видел траву и спину, и все. Угу. Вот тут один валяется. А, это инкота. Понял. На мне важного нет ничего, может... Короче, да, либо гаражи... А, нет! За да. Этим! Главное здание, это где поезда приходят. Вокзал, да? Вокзал, убил. Хорош. Оружие с камуфляжем какое-то. Блин, вылетело из головы, блин. Это СВТшка, наверное, камуфлировал. Да, какая разница. Ты? Это я по зомби. Вы смотрите, все, потому что мало ли их больше. Если это те же утырки, то их реально может быть больше. Ты добиваю, стреляй. Добиваю. Да, вон мой, по-моему, на дороге валяется. Да, это я его бахнул. Как раз там кустики и дороги не видно. Так, я его сзади тебя. Угу. Сик, СВшка. О, миллионы гвоздей, ребята. Миллионы. Так, я прилягу, перезаряжусь. Хотя не надо. Пойду парня, короче, ладно. Чекай этого, я потом прикроешь меня, я парню. Патроны на карабинер. Так. ПНВ-ха. Ты троих видел только инкод, да? Видел троих, но если это те, их может быть или четверо, или пятеро. Я вас просто предупреждаю. И маузер у него еще. У него три оружия с собой. Все забрал? А ты был с чем инкод? Да, я все забрал. Это они. Понятно. Смотрите осторожней. Макмиллан, господи. Все, сейчас я приду. Патронов миллион. С патронов на базе миллион. Так, тут патрошки, блин, какие-то всякие разные. Не хватай всякую ересь. Магазин, дым буду откидывать на этого типа. Все, в принципе, тут больше нечего. Брать, короче, у него. С типа снял 3 ПНВ. 3 с одного. Ну, отлично. Все, надо валить. Ну, подождите, еще один труп, где-то мы. Да, точно. Теперь мне нужно твое прикрытие. У тебя место есть вообще? Нет. Какие-то патроны 7.92 на 33. А, это, кстати, это же, по-моему. Это маузер. Это, нет, на 7.92 на 57. Маузер. Внутри. Мне даже вколоть некуда. Закрой, пожалуйста, дверку. Давай. Быстро кали и валим отсюда. Блин.
На код закинешь? А я могу? У меня есть права закидывать? По-моему, можешь теперь. Я попробуй. Фига себе. Мы бежим к базе, если что. Не пристрелите нас. С железной дороги будем спускаться. А мы тут ваших друзей пропахали. На сервере ожидался вайп. Все базы будут стерты. И мы, загрузив себя самыми нужными вещами, поехали искать себе новый лагерь. Керстомойна. Вайкер, давай сначала на замок поднимемся. На замок поднимаемся, там нет, все ставим. Поставьте. Вы хотите в замок поставить палатку? Ну пока что временно. А, ну хорошо, давайте. Все, смотрите, если все уже четко, то застроим там дома и палатку туда уже перетащим. Все, закидывайте лут, я все еще сижу, чекаю город. Ничего, я сесть не могу. Ты можешь сесть? Mm-hmm. А с коробкой не садится. Бля. С коробкой нельзя сесть. Можно сесть, взять коробку, тогда... Да-да-да, все-все. Че, перестанем? А инструменты минимум есть у кого-нибудь? Там топорики... Да, все, топорики в палатку закидываю. Хорошо. А точильная всякая хрень? И точилки. Так, наблюдаю человека, сейчас работать буду в вышном центре города. Это кто перед нами появился? Кто появился с сумкой? 11 в очередь. С пулеметом кто? Вали. Ты тут... Там тоже народ пришел такой. Ясно. Вот пацан появился с сумками. Да-да-да, прям перед носом, блядь, у меня. Хорошо, в вышном человек есть, вы его, видать, спугнули, он двигаться начал. Все, да, они вместе играют. Блядь, меня бьют кулаками. Нас сверху? Да. Убил. Хорош. Все, я убил, я сверху. Они появились, блядь, здесь. Тут еще снизу один сидит. Я снаружи остался. Он в чем был? С Барреттом? Инкот? Я с Барреттом был, я выстрелил, не попал. Да это не ваше? Нет, там ниже еще один сидит. Я... Так вы его убили или еще один? Он не умирает. Но а, все, он умер. Он умер, но... Вышел. Он умер сидя, нормально. Здесь еще две палатки, замки. Ой, блин. Там палатки есть еще у верхнего? У него и ящик есть на 250. Палатку я не видел. Может быть, но вряд ли. Блять, кулаками меня ебать начал. Прикол в спину, пока я с Барреттом сижу. Программа переселения. Сука. Тот сразу же активизировался и начал бревна таскать, которые я рубил. Потому что кто-то стоял перед нами, видимо, с ним разговаривал. Он не понимал, что такие мы, а мы не поняли сначала. Так я поднимаюсь наверх, тут сидит чел с палаткой в руках, блин. Я говорю, ну кот, а ты нет, понял, блин. Это с рюкзаком стоял. Блин, жалко, я ему сломал, конечно, палатку автомобильную. Тут еще 8 пачек гвоздей у чела было. Так, сейчас посмотрю, которого Вейкер увольнул. Ты взял моё, то, что здесь лежало, выкинул это? Ну, пока что валялось на земле, нет еще. Так, это чисто пушки спасал, которого Вейкер увольнул. Барреты. Ну, остановись, ты гаврик, блин. Ёлки-палки, у него до хера. Сейчас я пошел складывать. Там далеко? Выбежал. 500 метров. Красный дом на перекрестке. Видишь, который его дорогу уходит на гору. Наверх. Да, он да. За красным домом, сейчас, скорее всего, внутри него. В него. До этого дома где-то 450 метров. Вижу, вижу. Я не стреляю, я хочу, чтобы он остановился. Он не остановится. Тоже его вижу. Зачем ему остановиться? Попал! Есть, попал! Ну сейчас бы, конечно, его запушить. Мне кажется, он сейчас упадет. Чего цвета? Да, мы тут справимся, наверное, вдвоем. Может, там с Вейкером это... Разберетесь, там остатки распихать, да, если там, что-то я забыл. Главного входа. Главного входа в амбар? Дом, в этот дом. А, ты сказал, ты прочекал. Я прочекал соседний. Слушай, этот зомби сдохнет уже, наконец, я подойду.
Да, я понял, что за дом. Я типа уже с какой стороны сидишь-то? Я просто вокруг дома хожу, трусь. Он, дом не закрыт. Здесь есть глухая лестница на подъем на второй этаж. Да, я знаю. Я готов заходить. Вот он, скорее всего... Давай, надо. Я с пистолетом. Видишь, он, что он сделал? Вижу, вижу, вижу. Скорее всего, он вышел, мне кажется. Я думаю, да. Вышел. Здесь у него кровь. Вот, вот кровь на втором этаже, видишь? Угу. Он тут вышел. Слушай, есть у меня мысль. А во сколько проволоки с собой? И либо по пути досок намутить. Слушай, а нам нужен вообще этот чел? Может, поставим ему мину на выходе и черт с ним, пусть тут тусуется. Взрыв услышим, пойдем залутаем. У тебя мина с собой? Нет, она в замке, но я сейчас схожу за ней. Ну, давайте... Дядя Айдар, просто принеси и все. Я сейчас уже Айдар здесь. Давай вот сюда вот в проем. Спускайся, спускайся. Кто еще подходит, зомби? Не знаю. Да, вроде за. Доски делают сразу. Их топором делать можно? Можно, но лучше ножом. А, таким нет. Ходи. Тебе тоже захотелось отойти отсюда подальше. Поставили? Да, 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 поставили. Хера себе она тикает. Да, да, да. Пришли и выселили ребят, которые здесь жили 2 месяца. Рейдерский захват. Причем Викер сейчас спрашивает у него, ты кто, говорит. А он ответил что-нибудь? Нет. Ну, там, может, отвечал своим в Дискорде где-нибудь. Так вы что за хуйня, что у меня люди спрашивают? А Викер ему голосом, ты кто? И расстреливает его. Как будто это он к нему пришел домой, блин, а не он. А не мы к нему, блядь. Чуть позже сработала мина, и мы залутали 4-го. Но это вы уже увидите на видосе у Инкоты. Смотри. Давай, относи. Бля. Этот... как его, блядь, сделали? Отмычку, отмычку. Ну бей ее чем-нибудь кулаками там, либо постреляй с пистолета. Куда, в замок? Ну да, вроде. Там есть кто-то. Да ладно. На втором? Да, походу дверь открыл. Да, там есть кто-то с красной повязкой, ты прав. Блин, там кусочек торчит. Да ё-моё, ну сделай ты шажочек вперед. Там торчит кусочек плеча, блин. У нас проблема. Чего? Если это не проблема... Аля, ветер включили. Так, я попробую поставить кулаки пока. Просто долбить. Айдар, ты куда? Не совсем еще бегу. Сейчас багры его зашли. Так, так, так. Ну-ка вот так сиди. Ну стамина, ну ёб твою мать. Теперь он что-то там присел. Встань ты в полный рост. Нокнул. Выламывай дверь, Вайкер. Кулаками просто бить? Да. Кулаками с глока можешь пострелять. Здесь по двери. Попробую заходить. Втором? На втором, да. Возможно, без сознания, аккуратно. Там второй снизу. Чего? На улице? Не, у меня здесь. На улице, к тебе запрыгнул! Со шмайзером. Еще один.
На втором. Ты зашел ко мне? Нет. Убил меня. На втором кто? Да враг. Враг, все враги. Не спугни сейчас Войда. А, ты прям работаешь прям? Да. Бля, надо еще майк. Микер налево чуть-чуть. Ну, я вижу тебя, просто не бегу к тебе напрямую. Давай, я сейчас отойду сюда вот. Так, какая там, интересно, получше бахнет. Давай, бери вот эти. Немецкую колотушку на потом оставлю. Одну прокинуть. Ну чё? Айдар, ты можешь, кстати, встать здесь на машине у меня, я дверь открою. Ну, кстати, да, если он вдруг целится, уже в дверь сидит на первом этаже. Он был только что на втором. Ты, Викер, просто должен взять в руки гранату, нажать, выдернуть чеку и все, и просто с ней бежать. То есть ты все равно вроде должен взорваться. Тебе все. Кидать ее не обязательно вроде как. Либо скинуть ее на землю быстренько, когда к нему подойдешь в упор. Все, значит, дверь открываем. Так, чеку я выдергаю. Убежал. Хитрит там. Ну после такого не живут, блядь. Я не знаю, сейчас попробую еще одну. Я... Во входе, во входе. А, их убили Вейкера. Подожди, может граната рванет. Он дверь будет закрывать. Ну что, ты не успел на второй забежать к нему? Не, он прям... я с ним прям. Че, там ты видишь меня? Угу. Ну вот, в принципе, я стою на колесах. Ну как ты думаешь, хватит тебе расстояния или нет? У тебя в поле чел. Вейкер, не ты подходишь? Не-не-не. Он голый, Айдар, не волнуйся, я его убью беззвучно. С топором у тебя. Ранил его. Блин, я ебучий. Ну что ты не починишь, что ли? Я починил, она в идеальном состоянии. Патроны, наверное. Ты убил его или ранил? Нет, ранил только. Целится в тебя. Спрячься за дом. Если он будет тебя рашить, я его убью. Но с левой стороны, справа я не вижу. Можешь за одноэтажный зеленый зайти, тогда я тебя смогу полностью контролить. Только, блин, бинт в руки возьмешь. Убил? Это СМГ. Кто? Отъебитесь по-братски, говори. Че, ладно, пусть с ним пускай живут. Кто это? СМГ, это, блядь, с этого, со Squid Games новый отряд пришел, который... Шайтан, отъебитесь от нас. Ну чё, не гози-то есть, нет? Да говорит, там пару пачек осталось, всё, их уже, блядь, 5 раз обворовали. У него рация есть, спроси. Чё-то поговорить хочешь с ним? Ну, у него есть рация или нет? Сейчас, говорит, посмотрит. 7. Основную, скорее всего, прослушивают. Вторую? Давай вторую. Восемьдесят 9.5. Слышно? Да, слышно.
Вы там, получается, своего убили в доме случайно? Да-да-да, я своего. Бляха. Я залетел, не разобрал, и своего завалил, блядь. Это уже план, блядь. Вам надо дверь внутри дома ставить, а то у вас родители постоянно. Да. Или внешне ставить. Не, у нас проблема в том, что, блядь, у нас внутри дома вторые ворота, блядь, нижняя часть строится, а верхняя нет. А, там под углом, короче, ставить. Не понял, попробуем. Ну, если хочешь, я тебе покажу примерно, что ты. Не, нормально. Все, ну, сваливай. Давайте, удачи. Может, замок проверим, который мы с тобой как-то штурмовали? Маленький. Кстати, здесь, если взять топорик, то можно все разобрать. Черт. А, нет, разберешь. Надо поставить на блок. Да, давай его посмотрим. Бегай отсюда. Так, вижу двоих в коровниках. Трое. Понял, да, в которых коровниках? Угу. А где в какой части, южной или северной? В северной. Двигаются на север. Там такой есть, типа, лесочек. Вот они по этому лесочку на север двигаются. Ну, они на взлетку пошли. На выстрелы, походу, смотреть. Есть. Может быть. Ну, с двумя пушками каждый. Нормально пролутанные. Че, в погоне? Ой, прям в поле. Блин, надо их останавливать сейчас. Один встал. Блять, нет, не встал. Одного нокнул. Двое вправо уходят. Вижу. За рыжие деревья уходят. Там каменный забор еще рядом. Что они просто убегают, вот там где-то база у них есть. Просто убегают оттуда и все. Может, вернешься, посмотришь того? Да, это по-любому этот три хата. Нет, это не ты в лесу. Они вернулись и контролят труп. В смысле, бля, куда пуля попала, я не понял. Просто никуда.
там же, где труп лежит? Нет, в рыжем лесу, севернее трупа. Такой приличный рыжий лес там. Миша убегает дальше. На север? Угу. Убил. Контрольный. Они бежали в сторону замка. Ровно, прям идеально в сторону замка выкер. К тропу? Здесь компас валяется на земле. У меня в лесу. Какие-то вообще пустые фактически. Застроено, да? Застроено. Ну вот они сюда и бежали. Ну пошли выкер туда обратно, еще гвозди хоть отнесем. То ярче там без работы сидит. Четыре скотча, три пачки гвоздей, два точильных камня, два точильных камня, пила, ножовка, набор очистки, проволока нужна металлическая вообще? Да. Забыл, что... Ты еще дверь открыл? Нет. А, о, передо мной пацан бежит. Хера ты где оказался? Я охерел, блядь. Пацан убегает, перед ним тело встает такое. Сюрприз, мазафака. Ты хотел меня напугать, да? Вон он че. Кстати, тоже с катаной, блядь. Тут убийцы с катанами какие-то. Осматривайся пока. Слышим где-то какие-то шмальбы мощные, прикольно, прикольно. Вижу, стоит в поле, лутает, ёпта, справа от красного ангара в поле метров 200. Четыреста восемьдесят оттуда в целом. На гору выхер поднимаюсь, с которой мы сегодня заходили. Там опять выстрелы. Это вересник, кстати, все-таки. Или выбор. Тут шмот скинут тоже опять. Ты у домика? Да, ты. Поле! Противник. На севере? На севере от леса, который севернее палаток. Просто в поле. Сейчас твой лес будет заходить. Убили тебя? Да. В упоре? И ушел, да. Вот можно эту инфу сразу сказать? Он был там же, ушел провеску. Это не он был. Старый собор. Так, теперь меня тот чекает. Вейкер, поднимись уже с палаток, убей его. Да, поднимаюсь. Там вышка. Охотничья.
Рядом с ней стоит большой сумкой. Полипалат вышкали у нас здесь. Да ё-моё, прям над лесом у тебя. Убил. Нет, не убил, в голову попал ему. Он к тебе бежит в лес теперь. Бейкер, ну к тебе бежит в палатке. Примерно. На середине этого леса. В алтыне? Большая сумка огромная в алтыне с забралом. Все, он, значит. А еще один где-то? Ну, один тут был в упор у Ани. Она практически наступила на него. Мне кажется, это надо. Жалко, план с гранатой не проканал. Да. Перед нами чел. Могилевка. А. Алло, многоуважаемый. А, он бомж. Здорово. У тебя как никнейм? Здорово. У меня Хордик. Как у него ник, скажи мне. Хордик? Блин. Да, Хордик. X, Y, R. Вроде не встречались с тобой, да? Встречались, шайтан, встречались. Ёб твою мать, откуда я все знаю? Объясните мне, блин. Ну потому что ты заходишь, вот, смотришь, стримлер. Хочешь посмотреть DayZ. Вот у тебя компьютер говно, у тебя лагает. Хочешь посмотреть DayZ? Такой выбираешь, так, что бы посмотреть? Так эти все там снимают какие-то постановы. Интересный там способ. Владос видос не выпустил. О, шайтан, нормальный видос. А еще и на твоем сервере. Видишь, как великолепно. Понял тебя, а только это, наверное, не мой сервер. Кто? Это наш. Нет, командир. Твой сервер. Нет, я говорю о моем сервере, в смысле, на том, котором играю и я. А, понял. У вас будет попить, поесть? Будьте добры, пожалуйста. Забирай. Окей. Ладно тогда, удачи. Давай, пики. Там наши друзья ходят у зеленого дома. А может быть, это не наши друзья. Кто-то не может у них дверь походу открыть, слышь? Ты левый кто-то. 619 метров. Да, это кто-то левый. Левый, левый. Видишь, он не знает, как туда зайти. Хотя с ПНВшкой, кстати. Где ходит? Вон и подсумки такие. Возле дома зеленого. Дом, вот который мы сегодня типа рейдили сами. Просто ходит рядом. Сняли оттуда что-нибудь? Да. Это типы оказались с этого. За Squad Games. Они попросили их не трогать. Че он там остановится? Нет уже в этой жизни, блин. А, ему дверь открыли. Все-таки это одни. Все, все, все. Живи туда. Если дверь не открыли, он бы остановился. До свидания. Да. А потом мы сказали, мы думали, бегает. Мы, по-моему, хотели защитить ваш дом. Ну, мы думали, их опять рейдит, бля. Их уже сколько там раз рейдили их? Домик этот, бля, злополучный. Вчера ночью, сегодня утром. Админы их даже приходили рейдить, бля, приезжали.